поросенка. Три брата. Все одинакового роста. Кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Все лето они кувыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень. Вот, на гитарах. Вот, а где моя гитара?
нос. А, это про какого зверя он поет? Я думаю, это он про волка. Понял! Да ты что? Ну какие здесь могут быть волки? Действительно, какие тут могут быть волки? Правильно. И выдумщик же нас. Ой! Что? Слушай, Нуф-Нуф. А может быть, Нуф-Нуф и прав? И если пришла осень, то наступит и зима? Зима? Значит, надо строить дом. Точно. Надо строить дом. Надо строить дом. Надо строить дом. И дом строить. Надо строить. О! А я построю дом себе из соломы. Из ветра. Нет, из соломы. Тепленько, мягенько. Нет, из веток прочнее. Нет, мой дом прочнее. Нет, мой. Нет, мой. Нет, мой. Нет, мой. Нет, мой. Нет, мой. Ты чего кричишь? Да я-то кричу. Кричишь? Я не кричал. Нет, ты кричал? Нет, не кричал. Я кричал? Мы строим. Мы построим. Поросят я всех умней, всех умней. Строю дом я из камней, из камней. Какой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь, не откроет эту дверь, эту дверь. Да, надо строить дом. Все, прощай! Прощай! Надо строить дом! Внимание, внимание, жители леса, из зоопарка сбежал волк. Будьте осторожны. Повторяю, из зоопарка сбежал волк. Будьте внимательны. В лесу голодный бродит волк, в пустом лесу нет толка. Ах, бедный волк, ах, бедный. Никто не любит волка. Поймать бы 10 поросят и 33 цыпленка. Ах, если бы, ах, если бы, ах, если бы, да кабы. Наконец-то я сбежал из этого зоопарка. Как мне там надоело! Там кормят одними только печеньками и конфетками. Но я же волк. Я хочу мяса. Много мяса. Что-то не видать мяса. Ладно, пойду посплю. Когда спишь, голод не сильно чувствуешь. Лучший дом, раз и два, готов мой дом, готов мой дом, готов мой дом.
пригласит Нуф-Нуфа к себе на новоселье. А что любит Нуф-Нуф? Ой, какой красивый гриб. Спасибо, спасибо. Вот-вот, я наберу Нуф-Нуфу грибочков. Иди сюда, красивенький грибочек. О, вот ты когда? Ну-ка, иди сюда, красивенький грибочек. Ребята, это хороший гриб. Хороший, хороший. Это мухомор. Мухомор? Ох так. Чего, чего? Мухомор, да? А ну, иди. Я для Нуф-Нуфа наберу только хороших грибочков. Вот, а это хороший грибочек? Да. Иди сюда. Хорошенький грибочек. Вот. А это хороший? Да. Иди сюда. Хорошенький грибочек. Вот, вот, вот. 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 Ого, целая семейка. Хорошие грибы? Да. Ну вот и все. Пойду приглашать Нуф-Нуфа к себе на новоселье. Thank you.
Не знаю. А не собрался ли наш братец с кем-то воевать, а? Я про волка. Он боится волка. Да нет, он боится, что его съедят. Нет, я построил крепкий дом и ничего не боюсь. Ну какие? Какие тут могут быть волки? Их здесь нет. Нет. Волк живет в лесу. А ты его видел? Я? Да. Нет. Слушай, Нахно, по-моему, нам совершенно нечего тут делать. Он просто трусишка. Правильно, пойдем. Трусишка. Прощай, трусишка. Прощай.
Ай! 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 Ай!
Розятки, открывайте, я знаю, что вы здесь. Никого нет дома. Я вам сейчас дверь выломаю. А ты попробуй. И попробую. Какая крепкая дверь. Поросятки, я ухожу, все. Я пошел. Мам, мам, да. Волкин правда ушел? Не знаю, я посмотрю. Ты осторожно смотри. Братцы, выходите, он ушел. Ой, ушел, да? Ушел. Ушел. Сладости у вас есть? Конечно, у меня много разных сладостей. И изюм, и урю, и утпучмак. Кого? Я посмотрю, фокусник это или нет. Хорошо. Дяденька, фокусник. Дяденька, фокусник. Вы мне так вообще скоро всю лапу испортите. Фух, противные поросятки. Я сейчас окошечко попробую. Какое маленькое. А чей Эй! О! Попробую-ка я пролезть через крышу. Вот, первый. Не могу. Ау! Ой-ой-ой. Братцы, да. Волк полез на крышу. Что будем делать? Не знаю. А пусть ребята помогут нам. А как? Правильно. Ребята, давайте притворимся охотниками. С ружьями и с собаками. Да. Гавкайте, хлопайте, топайте. Громче, громче. Поросятки. Все, с меня хватит. Я возвращаюсь обратно в зоопарк. Есть свои печеньки и конфетки. Что, Серый, не получилось? Убежал. Теперь он убежал. По-настоящему. Да. Здорово. Какой у тебя замечательный и прочный домик. Да, плохо, что мы не помогли тебе строить его. Да, я вам предлагал строить его вместе. Но мы не согласились и сделали большую глупость. Да, еще чуть-чуть, и ты бы нас никогда не увидел. Никогда. Братцы, ну все же хорошо закончилось, правда? Да, да, да.
братья стали жить дружно, вместе, под одной крышей. Вот и все, что мы знаем про трех маленьких поросят. Не в мифа, но в мой.